Так, ребятки, достал чурочку, специально на ней мясо рублю, косточки рублю. Купили 6 килограмм костей. Такой вот тяпочкой, чехольчик. Ну, в общем, надо порубить косточки. Ну вот такие лопаточки, я, наверное, их сразу буду отдавать. Тут в основном сейчас посмотрю, если такие все лопатки, то значит я их отдаю сразу собачке. Вот у меня собачка, на, моя хорошая, сторожиха. Она 2 недели назад родила, себе оставили кобелька, не знаю, что вырастет. Ну, остальное рублю. В общем, смотрите, значит, вот такие лопаточки я не трогаю, а вот такие кости я рублю напополам. Так вот, напополам рублю. Ну и все, это собачки. Утром, вечером я даю похлебку, в обед даю косточки. Пополам если рубить, то половинка на день и хватает. Не знаю, сколько стоит. Дешевые, рублей 20 или 30 стоит кость. Супруга брала. Так и живем в деревне. Ну все, нарубил. Так вот как-то. 6 килограмм. 20 или 30 рублей за килограмм. Собачки примерно где-то на месяц, потому что каждый день даю. Потом, значит, вот эту чурочку я обрабатываю щеточкой, чтобы ничего не оставалось, да, и посыпаю солью, полностью солью посыпаю. Ну все как-то так.